Здравствуйте. В научно-исследовательском центре онкологии имени Петрова отделение лучевой диагностики включает в себя компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую диагностику, кабинеты цифрового рентгена и маммографии. Компьютерная томография – это неинвазивный метод диагностики на основе рентгеновского излучения, позволяющий получить изображение сверхтонких срезов тела человека и, соответственно, выявить мелкие очаги поражения. Эта технология является одной из основных методов диагностики в онкологии. МИЦ онкологии Петрова оснащен современными спиральными многосрезовыми компьютерными томографами. Philips Brilliance 64 среза и Philips Agility 128 срезов. Магнитно-резонансная томография – это метод медицинской визуализации, который использует магнитное поле и радиоволны для создания детальных изображений органов и тканей тела, безболезненный и безопасный для здоровья человека. МИЦ онкологии Петрова оснащен современными томографами экспертного класса, позволяющими выполнять диагностические исследования в соответствии с мировыми требованиями. Siemens Магнитомария 1,5 Тесла 48-канальная система и 64-канальная система, и G-Sign Excite HD 1,5 Тесла. Основными функциональными обязанностями медицинской сестры отделения лучевой диагностики являются подготовка пациента и процедурного кабинета к проведению КТ или МР-исследованию, ассистирование при проведении биопсий под КТ, УЗИ, маммограмм-навигации, при стереотоксической криабляции под КТ-навигацией, ведение медицинской документации и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Одна из главных задач медицинской сестры – за короткий отрезок времени установить доверительный контакт с пациентом. Из этой беседы в процессе сбора данных выявить абсолютные и относительные противопоказания к проведению того или иного исследования. Разъяснить алгоритм проведения процедуры сканирования, рассказать об ощущениях во время проведения КТ или МРТ-исследования, обязательно предупредить о возможных неприятных ощущениях, особенно во время введения рентген-контрастного препарата, успокоить пациента, ответить на его вопросы в пределах своей компетенции. Медицинская сестра подготавливает пациента к проведению КТ или МРТ-исследованию. Она укладывает пациента, устанавливает периферический катетер для введения контрастного препарата, подсоединяет к системе инжектору для проведения динамического болюсного внутривенного контрастирования и контролирует состояние пациента во время всей процедуры. Основным помощником в работе медицинской сестры отделения лучевой диагностики является автоматический инжектор. Используется он для правильного введения контрастного вещества в нужном объеме и в требуемую фазу сканирования. У нас используются два типа инжекторов. Это колбовые и бесколбовые. Для МРТ нет большой разницы, так как вводятся небольшие объемы. И имеет значение только совместимость инжектора с МР-системой. Для КТ оптимально использование бесколбовых систем. У нас используется Урлих. Так как требуется введение более 100 мл контрастного препарата болюсом, а также есть возможность заряжать систему на 10 введений, что существенно экономит наше время. Также медицинская сестра ассистирует при проведении биопсии и криабляции под КТ-навигацией. Она подготавливает, укладывает пациента, накрывает стерильный стол перед манипуляцией, подготавливает материалы, инструментарий, иглы, пистолеты. Непосредственно при проведении медицинская сестра выполняет просьбы и назначения врача-рентгенолога, который проводит данную манипуляцию. Главным отличием работы в отделении лучевой диагностики от клинических подразделений является большой поток пациентов за счет амбулаторного и стационарного приема.
В среднем на 2 компьютерных томографа в день приходится порядка 120-160 исследований. Для исследования одного пациента выделено 13 минут. Причем не учитывается, какой вид исследования – с контрастированием или без контрастирования. И 40-50 исследований в день на МРТ. Время на одного пациента примерно 30 минут. Также отличием является работа в условиях постоянного стресса. Необходимо быстро и качественно выполнять свою работу из-за ограниченного количества времени на пациента. Оперативно действовать в экстренных ситуациях. Общение с большим потоком пациентов сложных в психологическом плане и по физическому состоянию. Умение переключаться с одного на другого и подстраиваться под них. Нет возможности привыкнуть к пациенту, узнать о каких-то особенностях его характера и поведения. Действуем по ситуации здесь и сейчас. На МРТ основным отличием является совмещение работы рентген-лаборанта и медицинской сестры. Исходя из этого, повышенная ответственность. Умение работать в команде, врач, рентгенолаборант, медсестра, происходит постоянное взаимодействие на протяжении всей рабочей смены. Отрицательные стороны работы медицинской сестры отделения лучевой диагностики являются трудности в постановке периферического катетера для обеспечения венозного доступа у большинства онкологических пациентов. Ограниченное количество времени на пациента – это 11-13 минут. Кахексичное состояние большинства пациентов, что тоже затрудняет укладку и проведение исследования. Повышенная эмоциональная и поведенческая лоббильность пациентов, обусловленная онкологическим диагнозом. Постоянное взаимодействие с большим количеством людей, пациенты и персонал больницы. Результатом становится быстрое эмоциональное выгорание. Положительные стороны. Работа на современном, новейшем оборудовании. Постоянное совершенствование профессиональных навыков на рабочем месте. Универсальность. Возможность совмещать две разные специальности. Примером является МРТ, где рентгенолаборант имеет образование медицинской сестры и выполняет функциональные обязанности. Обеспеченность всем необходимым для выполнения своей работы. И возможность научиться быстро и правильно выстраивать диалог с любым пациентом для обеспечения качественного и комфортного проведения процедуры. В заключение хочется сказать, работа медицинской сестры – это важное, а иногда и ключевое звено в работе системы в целом. Медицинская сестра – это лицо отделения, вне зависимости от того, клиническое оно или диагностическое. Важно помнить, что любой из нас может стать тем самым пациентом и относиться к нашим пациентам таким образом, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. Спасибо за внимание.